23 часа. Информационная программа «Вести». Здравствуйте. Столица 15:00. Попавшегося мужчину скотчем до конца полета и затем передать его египетским правоохранительным органам. Они, в свою очередь, ничего предпринимать не стали и отпустили дебошира. ЮТР собрали все необходимые... Последний был также травмирован, его и троих полицейских госпитализировали. Во Франции ожидают сильный снегопад, в стране введен оранжевый повышенный уровень. Мадедова задержан пассажир, устроивший пьяный дебош на борту самолета, как сообщили.